турнире приняли участие более 50 ребят, победа для которых означала путевку на городские соревнования по дзюдо. Одновременно с этим решалась и другая задача – передать и укрепить навыки судейства молодых инструкторов и тренеров Сочи. Учитывая возраст спортсмена, в ряд технических действий, а также болевые и удушающие приемы на подобных соревнованиях запрещены. За действиями начинающих дзюдоистов следили профессиональные тренеры. Популярность дзюдо в Сочи растет, и это неудивительно, ведь здесь изящная техника с эффектными бросками и восточным этикетом. Дзюдо похоже на игру в шахматы, вот только ходы нужно делать молниеносно. По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями, грамотами и ценными призами. Доставали их в связи с приближающимся праздником из большого мешка Деда Мороза.